Твои свидания проходят в кафе и кальянных? Фатальная ошибка. Почему я уже несколько лет подряд провожу все свидания только у себя дома с 90% вероятностью на секс? И почему твои свидания где-то на нейтральной территории в заведениях еле как заканчиваются поцелуем? Да все очень просто. Ты плохо понимаешь женскую психологию и рычажки, за которые можно подергать, чтобы девушки начали к тебе приезжать домой. И если же ты хочешь обучиться этому навыку и сэкономить кучу своего времени, то прямо сейчас пиши в комментариях слово «курс». Я тебе отправлю свой авторский бесплатный курс «10 секретов соблазнителя». Тебе обязательно необходимо будет впитать в себя ту базу, которую я заложил в этот курс. И он, кстати, преимущественно по знакомствам. Но если же ты не умеешь знакомиться, то и свидания на квартире у тебя могут очень сильно в конверсии проседать. Как только ты пройдешь мой бесплатный курс, тебе откроется пак моих мини-курсов, где я раскрою тебе свою стратегию соблазнения девушек. А именно знакомств, переписок и свиданий дома.